Цель Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. И самое главное, равняясь на лучших, самим занимать активную жизненную позицию. Об этом и многом другом шел разговор на первом региональном съезде Совета юнармейских командиров Краснодарского края. В рядах юнармии у ребят формируется патриотическая гражданская позиция, чувство ответственности за свои действия и поступки, развиваются инициативность и самостоятельность. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения проблем общества, борются за чистоту окружающей среды. И потому это всероссийское движение завоевывает все большую популярность. Ряды юнармейцев растут, и это очень хорошо. На первом съезде Совета юнармейских командиров Кубани собрались лидеры, возглавляющие Советы юнармейских командиров со всех муниципалитетов края. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовка приветствовал собравшихся, отметив, что на подрастающее поколение патриотов сейчас возлагаются особые надежды. Задача ваша сегодня, всех руководителей, ваших помощников, это вести за собой ваших сверстников, глубоко изучать нашу историю. Она у нас легендарная история. Мы наследники великой победы во все времена. И мы защитники своей родины. И задача, наверное, сегодня вот наших военно-патриотических клубов создать такую атмосферу, чтобы защита родины это была первостепенной задачей нашего общества. И мы на вас возлагаем особая надежда. Конечно, есть необходимость, чтобы движение набирало обороты. Если все вместе хорошо подумают, как заинтересовать ребят и что изменить к лучшему, то движение будет развиваться. Совет юнармейских командиров является органом самоуправления движения юнармии. Ребята придумывают и реализуют различные инициативы, направленные на улучшение нашего движения. Это и творческие, спортивные направления, волонтерство. И, конечно же, наша самая основная деятельность – это патриотическое воспитание. Участники съезда в Славянске на Кубани разработали и защитили проекты по военно-спортивному, эколого-туристскому, научно-техническому, творческому, юн-медиа, волонтерскому направлениям. Очень важно, что они сверили часы в плане того, как необходимо активизировать работу, чтобы она отвечала требованиям времени. Деятельность в рядах юнармии – это дорога с двухсторонним движением. Мы со своей стороны создаем условия для того, чтобы вы развивались, для того, чтобы вы имели возможность для самореализации, росли как личности. Но с вашей стороны должна быть дорога к нам навстречу. Она должна заключаться в том, чтобы вы проявляли активность, были инициативными и своими делами, поступками каждый день прославляли движение юнармии и через это, конечно же, самореализовывались и двигались вперед. Начальники местных штабов обсудили актуальные вопросы формирования эффективной системы патриотического воспитания детей и молодежи.